9 мая уже в шестой раз по планете торжественным строем пройдет бессмертный полк. Миллионы людей соберутся под его знаменами во всех уголках России и многих других странах, чтобы еще раз сказать: мы помним, мы гордимся. В столице Чувашии полным ходом идет подготовка к этому знаменательному событию. В Чувашии первыми к всероссийской акции «Бессмертный полк» примкнули Чебоксары и Новочебоксарск. Первое прохождение колонн состоялось 9 мая 2013 года. Затем официальными участниками акции стали Канаш, Цивильск и Алатырь. С тех пор с каждым годом все больше и больше наследников Победы выходит на торжественный марш в честь героев. Я бы монумент сотворил тому, кто придумал эту акцию. Это действительно священная акция. Она... как сам полк бессмертный, это должна быть акция бессмертная. Дело в том, что вот это в реалии вспомнить всех поименно, вот пройтись колоннами, как вместе с живыми последователями этих победителей идут те, которые отдали жизнь за то, чтобы, значит, мы жили под мирным небом. Я призвал бы всех, вот у кого сердце не каменное, у кого слезы на глазах, вот, вспомнить всех поименно, именно встать в ряды и пойти с этими портретами, вот, с этой мыслью. Пока будут такие марши, пока будут такие полки, вот, будет вечная память. Только в Чебоксарах в прошлом году под знаменом бессмертного полка встали более 20 тысяч человек. В этом ожидается еще больше. Колонна изменила маршрут, и впервые портреты героев войны пронесут по центральным улицам столицы. Проспекту Ленина, улицам Карла Маркса и композиторов Воробьевых и по Президентскому бульвару. По ходу движения колонны все желающие могут примкнуть к бессмертному полку без всякой регистрации. Мы всегда помним, что с фашизмом боролись все прогрессивные государства, но основную часть нагрузки легла на Советский Союз, на наш народ, на нашу армию. Мы потеряли почти 30 миллионов людей. Из нашей республики в Великой Отечественной войне участвовали более 200 тысяч человек. Каждый второй погиб. 66 наших земляков стали героями Советского Союза. Безусловно, в сердцах и в памяти у наших земляков навсегда останутся их подвиги, их дела. Призываю всех земляков с портретами своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне, выйти на марш Победы, на марш «Бессмертный полк». Напомним, сбор участников акции «Бессмертный полк» в Чебоксарах в сквере у Национальной библиотеки в полдень. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика.